Сегодня 6 февраля. Это вторая часть моего видео о фундуке сорта Озембаш. Это отличный опылитель и самостоятельный сорт для промышленных закладок округлого фундука позднего срока цветения. Калибр ядра средний по отношению к трапезунду, но округлая форма плода и хорошая морозоустойчивость и очень урожайный сорт. Значит, как я говорил ранее, сад молодой у меня в активной фазе цветения. Вот мне попался еще один сорт Озембаш с мужскими сережками. И мы пройдемся и посмотрим цветение трапезунда на его фоне. Характерный нежно-алый розовый оттенок у почек данного сорта. У трапезунда почки более округлые, толстенькие, зелененькие. Если саженец у нас крепкий, тогда почки имеют характерный оттенок зеленый у трапезунда. Если говорить о сорте Кирасунд, то почка имеет более округлую форму и серый цвет почки. Итак, мы видим, что мужские сережки сорта Озембаш в полном покое. При этом женская почка начинает цвести, как вы видите. Вот приблизительно через 2-3 недели у нас проснутся и эти мужские сережки. Почему через 2-3 недели? В этом году у нас с завтрашнего дня заметное похолодание по Крыму. Температура опустится до 3-4 градусов тепла. И, соответственно, эти почки у нас не пробудятся. Они теперь у нас будут пробуждаться в первой половине весны. И, соответственно, трапезунд будет доопыляться этим сортом. Это у нас уже начинает трапезунд распускаться. Вот еще один трапезунд. На моей плантации еще не все женские почки пробудились на сорте трапезунд. Это происходит волнообразно. Я у себя также использую технику позднего цветения, задержки цветения. Отрабатываю ее на фундуке, чтобы в дальнейшем применять на миндале. Так как миндаль у нас культура номер 2 в приоритете. У нас очень много в нашей местности неполивных земель с повышенным содержанием кальция. И миндаль у нас чувствует себя здесь прекрасно. Как вы видите, трапезунды цветут. Закладывал я в посадке сорт Озембаш в этой молодой каждое шестое дерево, так как были проблемы с количеством посадочного материала. Он был ограничен, поэтому я его высаживал каждым шестым деревом. Как вы видите, трапезунд у нас цветет на процентов 70-80. Уже распустилось мужских сережек и около 50-60% женских почек. Итак, мы подошли к сорту Озембаш. Здесь, правда, мужских сережек нет, но и женских здесь на данном дереве я не вижу, чтобы они открыли. Спасибо всем, кто был со мной.
До следующих сюжетов.